несколько десятков единиц бытовой техники, 4 иномарки и квартира в Душанбе. Все это разыгрывает Спитамьянг-банк в рамках своей акции «Хуна Бурт на Молду». Но давайте обо всем по порядку. Свою грандиозную акцию банк проводит уже второй раз. В этом году она стартовала с 1 июня, и уже за полтора месяца организаторы проводят промежуточные итоги с ценными призами. Они прошли в Шахритузе. Стать участником акции просто. Нужно быть клиентом банка и совершить денежный перевод через Контакт, Юнистрим или Western Union. Также можно сделать переводы на карты Спитамьянг-банка через приложение российских банков. Минимальная сумма транзакций в долларах и евро 500, в рублях 20 тысяч. Проводя вот такие акции, мы не только можем привлечь внимание наших клиентов, но и мы можем внести свой вклад развитие страны и, самое главное, обеспечить хоть кому-то из наших сограждан достойную жизнь. На первом этапе акции разыграли бытовую технику – холодильник, стиральную машину, микроволновку, пылесос и телевизор. Механизм отбора следующий. С помощью рандомайзера выбирают участвующего в акции клиента. Ему звонят и сообщают о выигрыше. За соблюдением правил следит комиссия, в которую входят не только сотрудники Спитамьянг-банка, а также лидеры мнений и представители Национального банка. Помимо розыгрыша, для жителей Шахритуза устроили концерт. Свои лучшие хиты исполнила Нигина Амункулова. Парк Туз заполнился ее фанатами. Мы остановили свой выбор на Нигине Амункуловой, потому что я поинтересовался у жителей, кого бы они хотели видеть на сцене, и большинство проголосовали за нее. Четыре иномарки банк разыграет этой осенью, а ключи от квартиры площадью 60 квадратных метров от строительной компании «Себестон-2018» найдут своего хозяина в декабре.